ближайшие 3 года техникумы и колледжи региона должны измениться. Какие 10 шагов выведут их на качественно новый уровень? Какие среднеспециальные учебные заведения уже включились в программу развития? Узнаем подробности у экспертов в студии «Такого дня». В регионе открыли 11-й пункт приема вторсырья. Теперь заработать на мусоре могут и жители Прохоровки. Как подготовить твердые бытовые отходы к сдаче? Опишем детально все требования. Губкинская детская библиотека привлекает новых читателей с помощью проекта «Библиолаборатория». Эксперименты по химии и физике, довольные дети и ожившие залы библиотеки. А самое главное – десятки прочитанных книг после опытов.